Лёш, ну ты чего, а? Женя, стань у двери и смотри, чтобы никто сюда не вошел, пока я переодеваюсь. А то я точно кого-нибудь ударю. Нет, Питера бить, конечно, грех. Ну, знаешь, мне тоже страшно. Лёш, ну это же ломовой контракт, 100 000. Чё, ты не понимаешь, что ли? Они же пидоры! И хотят, чтобы я тоже был пидором, и раскручивал их в пидорский клуб! Слушай, ты можешь не орать, а? Пидоры, пидоры. Ты можешь называть их как-нибудь по-другому? Как? Ну, я не знаю, там есть 1000 названий. Геи, голубые, гомосексуалисты, иные, наконец. Мужчины с нестандартной сексуальной ориентацией. Знаешь, а вот в России есть такая традиция, что всех мужчин с нестандартной сексуальной ориентацией называют...